Добрый день, мои любимые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Мы сегодня будем делать с вами кондиционер для белья. Очень простой и эффективный способ, я считаю. А для этого нам понадобится всего два ингредиента. Это обычная соль. Можно взять поваренную пищевую крупную каменную. Можно взять мелкую, есть мелкая соль. Мне кажется, удобнее, конечно, мелкую, но я ее не покупаю, и поэтому буду использовать вот именно такую. И по-любому, на любой вкус, цвет, любое эфирное масло, которое вам нравится. Если у вас есть масло эфирное лаванды или бергамота, или жасмина, будет идеальный вариант. Но это не так важно, поэтому используйте то, что у вас есть. Если вы готовите кондиционер сейчас, то есть вы собираетесь стирать сейчас, то я в основном беру 2 столовые ложки соли. Можете взять 4, ничего страшного. Вот 2 столовые ложки соли. На 2 столовые ложки кондиционера мы будем добавлять 2 капли эфирного масла иланг-иланг. И также мне хочется почему-то добавить лимон. Вы можете добавлять все, что я до этого вам сказала, можете то, что есть, какие эфирные масла у вас есть. Перемешиваем эту смесь. Если вы не собираетесь в данное время стирать, то нужно закрыть и убрать в какое-то место. Если вы собираетесь стирать, то сейчас я покажу, как я делаю. Если вы собираетесь стирать, то я беру эту смесь и добавляю прям туда. Закрываю. И дальше все как обычно. То есть сюда вот порошок и стираю. То есть ничего такого. Белье получается как бы ярче. Насчет соли вы, наверное, уже слышали, что соль придает яркость ткани, если у вас постельная, например, или какое-то. Оно имеет запах вот этих эфирных масел, такой чистый, свежий запах. Так что советую очень дешевый, простой рецепт. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока!